Сивак из Армении на Moscow Eurovision Party. Добрый день, Сивак. Привет. Добро пожаловать в Москву. Спасибо. Первый визит в Москву. Бывали здесь раньше? Да, конечно. Я бывал в Москве, я жил в Москве долгое время. Вот. Не впервые. Чувствуется хороший русский язык, поэтому, да, значит, видно, человек здесь жил. Ты выиграл национальный отбор в Армении. Расскажи вот подробнее об этом. Сложно ли было отобраться от Армении? Вообще было сложно, большая была конкуренция? На самом деле не могу про это сказать, насколько это было сложно, потому что я не думал о конкуренции, я не думал о том, что я с кем-то вообще соревнуюсь, конкурирую. Для меня передо мной стояла задача выйти и достойно спеть свою песню, а остальное пусть решают зрители. Я вышел, спел, наверное, получилось все-таки достойно, и зритель выбрал меня, за что я им благодарен. Немного о Лиссабоне. Ты уже снимал свою открытку в Лиссабоне? Летал ли туда для съемок открытки? Нет, еще. Еще нет. А когда планирую? Вот на днях уже полетим туда. На днях уже полетите. Можешь ли раскрыть секрет номера, который мы увидим в Лиссабоне на сцене? Секрет не могу раскрыть, но могу сказать то, что ничего сверхъестественного можно не ожидать. Все будет очень сдержанно, аккуратно. Мы акцент ставим на песню, акцент ставим на меня, чтобы я вышел и рассказал свою историю. Все остальное это вспомогательное для нас. А один будешь на сцене или бэк-вокалисты будут помогать? А это уже вы увидите на сцене. Хорошо. А другие участники конкурса, слышал ли их песни? Есть ли какие-то свои фавориты? Слышал, многие песни нравятся, многих могу выделить, но не стану этого делать, чтобы не обидеть других. Вот. Есть, конечно, есть клевые песни, есть клевые артисты. Много. А бывал в Лиссабоне до этого? Нет, к сожалению, нет. К сожалению, нет, впервые. Come here, come here, I to restare, так и мушера, come here. Come here, кстати, это на русском вечер. Спасибо огромное. До встречи в Лиссабоне. Желаю удачи в подготовке. Спасибо. Спасибо. Счастливо.